прям, ну, ты вот сидишь и залипаешь, прям вот, вот так вот сидишь и смотришь, смотришь. Это просто... Ребята, всем привет! А сегодня мы идем на цирк Дю Солей. Я попытаюсь что-нибудь для вас заснять. Сначала нужно отстоять вот такую очередь. В принципе, она движется быстро. Тут вот по такой змейке надо ходить. В общем, я хотела сказать, что тут так интересно, когда досматривают, девушек досматривают девушка, а мужчин досматривает мужчина. То есть там стоит мужчина и женщина, и если там девушки стоят, они такие, он такой, иди, типа к девушке идите, а мужчин сам досматривает. Меня потрогали. Доволен? Попкорнчик. Ladies and gentlemen, we invite you into the world of Cortale. В общем, все. Мы уже все посмотрели, и для вас, наверное, прошло пару секунд. Честно говоря, по ощущениям для меня тоже прошло всего пару секунд. Все произошло так быстро. И, к сожалению, запретили что-либо снимать на видео. Можно было только на фото, без вспышки. И я попыталась что-то заснять. И вот фотографию вы сейчас как бы увидите. Получилось как бы немножечко, ну так себе. Вот, поэтому я для вас ставлю нарезочки с Ютуба. В Ютубе, слава богу, уже есть цирк Дю Солей, можно посмотреть. Но вживую это совершенно другие ощущения, это совершенно по-другому. И, как я уже сказала, это просто... Все длилось 2 часа вместе с антрактом, но как-то, когда последний номер был, уже даже не верила, что все закончилось, потому что ну все ну, настолько классно, все ну прям там очень все круто, живая музыка, живое пение, живые артисты, это в общем. Если вы когда-нибудь на афише увидите цирк Дю Солей в вашем городе или в городе, куда вы хотите поехать, например, путешествовать, поездить, я вам очень рекомендую. Это просто незабываемое впечатление. Я теперь жду, когда еще раз какое-то представление будет и когда еще кто-то приедет. И теперь на этот раз я, мне кажется, я не пожалею уже денег, отдам в 2 раза больше, чтобы сесть еще поближе. Потому что мы сидели как бы далеко, но это на самом деле не важно. Очень все равно, очень все. Видно хорошо, очень все красиво, свет. В общем, я под таким впечатлением, мне так все понравилось. Жень, а тебе как? Расскажи свои впечатления. Мне очень понравилось. Там они и прыгают, и бегают, и летают, и поют, и шутки. И используют сцену по-разному. Там... Говорят на нескольких языках. Да, на много разных языков там было. Ну, как сценарий какой-то. Сейчас проеду тут в тележке. Тут просто поезд из тележек. Вот, и там и из дырочки в центре стены, ой, в центре сцены из пола да. Что-то вылазит кто-то да, все время. Да, там, ну, там дырка, все смешно. Там в центре дырка была, и там был свет так поставлен, что там мужчина как будто шел-шел и испарился. Я даже сразу не поняла, как он испарился, а оказалось, что он просто в дырку эту провалился. Ну, то есть так свет поставили, в общем... То из дырки провалится, то из дырки башка вылазит, и они там типа, ну, это обыгрывают смешно, как, ну, это воображение прям вот разыгрывается реально.
как только не используют вот сцену, какие-то образы создают, и это все в композиции красиво смотрится. Вот. То есть там что-то происходит, тут что-то происходит. И это все вместе с какой-то жесткой акробатикой, там, плюс какие-то шутки были, которые все поймут. Ну, то есть без языка именно. Да, вот. Да, там вот все на нескольких языках было, но все равно все понятно. И что-то хотел сказать. Короче, я уже потом прочитала, уже после, что основная труппа выступает в Лас-Вегасе. У меня теперь новая мечта — поехать в Лас-Вегас, посмотреть на основную труппу, что уже вот там вообще, наверное. Хотя, ну, я не знаю. В общем, посмотрим, может, лет через 5 мы будем снимать влог, как мы в Лас-Вегасе идем на фестивалей. Дай бог, да? Посмотрим. Но пока это было достойно. Я прям не ожидал. Это прям ты вот сидишь и залипаешь, прям вот, вот так вот сидишь и смотришь. Потому что это, ну, необычно выглядит для человеческого глаза. Не знаю почему. Да, супер. Рекомендацион.